Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gaiden. Итак, нам дали теперь поуправлять Леоном. Вот, на корабле произошел взрыв, и нужно... Так, погоди, зомбарь, ага. Так, давайте взглянем на задание. Нам нужно, по-моему, перезапустить... компьютер на третьем этаже и boot the компьютер. Короче, boot — это перезапуск, да, получается, я думаю, да? Эй! Что значит эй? Окей. И где же находится этот эй компьютер? Эй компьютер у нас находится на третьем этаже. Окей, на третьем этаже. У нас на третьем этаже уже все, по-моему, открыто, да? Вот. В этой местности мы были, получается. Окей. Так, я хочу сбегать еще обратно, где мы видели тирана. Там у одного из зомбарей нужно что-то было, короче, ну, убить его и что-то взять. По-моему, здесь наверху. Вот, у этого. Давайте-ка. Так, и что у меня из оружия выбрано? Из оружия у меня выбрано... Ни черта у меня не выбрано. Так, ладно, убираем ножик. И погнали. Кромсать. Кромсать этого... Так. Так. Раз. Два. Чтоб четче попадать... Готов. Что же у него есть? У него есть патрон от пистолета. Тоже неплохо. Так, больше... Давай сейчас пробежимся. Посмотрим, есть ли у кого-нибудь еще что-нибудь. Нет, все, больше ничего нет, короче. Возвращаемся, и на лифте на третий этаж, получается, нам надо вернуться. Так, а здесь больше комнат нет, да? А, ну комната есть какая-то, смотри, здесь, бляха. Надо как-то этого выманить. Сюда иди. Сюда иди. Или нахер его убить, короче, чтобы он не мешал просто. Я короче, его сейчас загашу. Пожертвую, наверное, жизнями. Чтобы его... Чтоб он не мешал. Все. Бляха, он не умер. Он не умер. Ага, здесь дверь закрыта. Так, погоди, а у меня есть... Так, смарт-карта. Нет, не подходит. И это тоже не подходит. Окей. Только зря потратил жизни. Ну ладно, мы теперь хоть знаем, что... Опять меня жопом, короче, он цепанул. Так, подходи ближе. Отлично. Ну хоть поняли фишку, короче, как... почетче попадать по этим зомбарям. Так, на третий этаж. Третий этаж — это получается здесь, да? Ай, кнопки путаю, все. Так, ладно, мы на третьем этаже как раз приехали. Недалеко здесь есть. Ух ты, фиолетовый. Ух ты, здесь фиолетовый. Прямо у двери падла стоит. Отвернись. Красавчик. Бегом! О, подмога, 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 подмога. Какая нахрен Люся? В смысле? А в смысле? Погоди, я от него сбежал. А что ты? Что происходит? Что я сделал? Так, ладно.
Ой, меня сейчас, короче, загандосит. Ну ладно. Все пошло не по плану, короче. Все пошло не так, как я планировал. Бляха. Сразу же. Отлично, 4 выстрела. И готов. Надо подлечиться мне. Так. Зелененькая. Ну, нормуль. Бляха, бежит. Ну, делать нечего, я его сейчас как-то так на расстоянии, короче, попробую выгасить. Все, отлично. Да в смысле ты идешь ко мне опять? Сколько можно-то? Они со всех сторон. Бляха, и здесь еще. Охренеть. Этого я смогу как-то отбежать, не знаю. Вон отыркали этих зомбарей везде кругом. Так, ладно. На этого мы ножик, наверное, истратим. Если что, вдруг. Погоди. Ну давай попробуем пробежать. Блеха, резко так повернулся. Жесть, конечно. Смотри, они реально стали более агрессивные. Бляха, и там стоит. Так. Ладно, пускай стоит, вроде не мешает. Компьютер перезапущен, но аварийное пожаротушение включается не здесь. Написано, что система запускается из центра управления данными. Так устроена программа. Я не успел прочитать, что она там сказала. Ну, я думаю, она сказала, давай, там посмотрим, сходим туда-то. Так, на первый этаж. Мы, кстати, здесь не были на первом этаже. Нужно возвращаться к лифту, я так понимаю, да? Так, сохранка. Окей, я думаю, этот лифт нас приведет на первый этаж. Так, это у нас был второй. Вот он третий. Правильно же? Ой, первый. Да, ниже там не спуститься, окей. Ух ты, как далеко-то. Ну что, новая локация, друзья, давайте будем смотреть, что мне по жизни пока вроде как более-менее. Блёха, вот меня бесит этот подмога. Как так-то? Я опять не то нажал. Короче, нажимаешь на старт и... You dead. Короче, нажимаешь на старт и... Это, можно сбежать. Я опять не на ту кнопку там нажал. Пистолет. Ну, мимо этого не пробежать никак. Это нужно, короче, на втором лифте. Сейчас, погоди, если он меня загасит, короче, то я попробую на втором лифте. Нет, он меня не убил. Лёха. Не просто кругом. Так много кругом везде. Что за зеленая жижа? Это какой-то склад. Так. На этом складе по-любому что-то должно быть интересное, короче, какие-нибудь интересные штуки, но пока ничего нет. Отлично, дверь. Да, вот наверх бы как-нибудь. Отлично. Умело используя паяльную лампу, можно резать металл. Ключи от спецхранилища на первом этаже утеряны. Паяльная лампа была бы полезна. Так, на первом этаже. На первом этаже можно использовать где-то паяльную лампу. Окей. Вот этого загасить, да, получается, можно.
Ух ты, нихера! Я... Ну давай уже убивай меня, давай! Я весь твой! Возьми меня полностью, я весь твой, давай! Чтобы встали, чтобы встали! Молодцы! Молодцы! Кушать подано, друзья, кушать подано, давайте! Хавай, хавай, хавай! Ам-нам-нам-нам-нам! Ам-нам-нам, хавай, хавай, давай меня! Так. Раз, два, три. Отлично. Теперь этого. Раз, два. Так, два. Пошла в ход винтовочка. Готов. Бляха! Собаки, как меня бесите, а? В смысле? Я же нацелился на него, какого хера? Почему игра начинает просто тупо это, подставы делать? Все, готов. Игра начинает делать тупо подставы, короче. Я на него нацелился и... А он почему-то не это, не того. Окей, ладно. Это что у нас тут мертвый, да? Патроны дробовика, нихера себе. Аллилуйя, наконец-то. Давненько я вас... жду. Жду не дождусь. 8 патронов, окей. Так. У меня и трава кончается, и все кончается. А, вот это... Третий это был вот отсюда. Понятно, я его убил, но здесь ничего нет. Так. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, стоит. Дружище. Можно здесь как-то обойти. Но у него ничего нет. Пойдем, наверное. Так. Вот этого можно загасить. Получается. Я вот не знаю, давай этот ножик. Давай ножик. Ножик, ножик. Бляха! Вы просто меня бесите. Как вот, вот как? Давай ждем. Да умирай! Бесит меня. Так, желтая трава, окей. Да плеха! Оба живые. Есть что-нибудь? Почему ничего нет-то? Вы меня тоже бесите. Так, а здесь что-то горит, нужен огнетушитель. Тут вообще закрыто. Куда вы ползете, падлы? Ай, через огонь не пройти. Мне опять с ними сражаться, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Погоди, здесь что-то есть. Нет ничего подходящего. Какого смысла нет ничего подходящего? А что должно быть подходящее? Наверное, огонь. Так, один исчез, смотри. Да плюха мне через этот огонь не пройти, блин. Нет ничего подходящего. Говнюк ты ссаный, но. Ай-яй-яй. Все, отлично. Так, здесь. Давай попробуем использовать паяльную лямпу. Отлично. Ой, фиолетовый, но! На фиолетово тратим дробаш, если что. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой он резкий, как понос детский. Так, вот этого можно загасить, получается, да? От пистолета, ну ладно. Почти всю обойму я истратил с дробаша, короче, на них. На это. Да бляха, он еще живой.
А, в комнату, которая горит, не нужно попасть. Мне нужно найти огнетушитель где-то. Так, трава. Инструмент для взламывания заклинивших дверей и дверных замков. Пригодится для вскрытия комнаты экипажа на втором этаже. О! У нас на втором этаже, оказывается, еще есть комната экипажа какая-то. В которой мы не были. Надо будет проверить. Так, эта дверь открыта, но мы еще здесь еще не все посмотрели. Нужно каждый уголок осматривать. В этих закоулках, я думаю, бляха, по-любому что-то, возможно, есть. Он в том закоулке. Здесь-то навряд ли, а в том закоулке, я думаю, что-то есть по-любому. Так, что у меня? У меня пистолет, да, выбран? Давайте истратим пистолет, пофиг. Да в смысле опять? Чутенько в голову целимся, короче. Блядь, третий приперся. Прикинь, он, короче, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И красную траву выбирай. Успел? А-а-а, я запутался в управлении. Вообще тут. Почему так много всего надо нажимать, короче? Ой, трава уже все капздец. Капздец в траве. Все тратится, отлично. Хоть что-то здесь. Бронебойное оружие. Сложно целиться, но очень мощное. А где у нас ракетницы лежат? Помните, где ракетницы лежат? Бляха, напишите в комментариях, если помните. Вот это да! Вот это да! Не зря я, кстати, получается, здесь сейчас страдал. Так, у нас есть Фомка. Окей. Теперь сюда. Стоит! Так, а я могу, смотри, я могу обойти. Ну-ка, давай попробуем в обход. Вот он опять стоит здесь, в ожидании того, что я буду, короче, тратиться на него. Опа, здесь что-то еще есть. Ключ от компьютера на третьем этаже. Ребята, набрали ключей. Так, нет ничего подходящего. Ай, стоит. Ну ладно, этот зеленый, да, этот, ну почти зеленый. Это взрослый зеленый. Его можно, короче, попробовать ножичком. Это не фиолетовый. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Все, загасил. Окей, а что у нас здесь? Понятно, у этого, у фиолетового что-то есть, короче, выбираем мы, значит, с вами. Ага, у нас только винтовочка. Ну давай. С винтовочки. Бляха, вот эти вот на, даже на расстоянии, короче, долбят. Бляха, зеленая трава. Ай, он меня сейчас кусит! Так. Ни черта больше нет. О, посмотри, он пропал. Я его вроде не до конца убил, но он пропал. Как это вообще работает, непонятно. Или это он здесь? Вот он. А, нет, это другой. Да, в принципе, здесь все, больше ничего нет. Смысла здесь лазить нет. Окей.
Короче, теперь нужно, я так полагаю, нам выбираться отсюда и двигаться. Какие мы ключи с вами взяли? У нас есть фомка, которая инструмент для взламывания заклинивших дверей и дверных проемов. На втором этаже вскрытие комнаты экипажа. Так, второй этаж. Это у нас. Ключ от центра управления данными на первом этаже. Так я сейчас на первом этаже. А, и все, да? А что там про третий, что-то было, нет? Странно. Окей, ладно, давайте направляемся на второй этаж. На первом же этаже нам... Субмарина еще какая-то. Погоди, первый этаж. Ну, я так полагаю, это... Вот мы... Надо нам потушить, короче, огонь, и это будет... ключ как раз от той двери. Так, едем, короче, на второй этаж. Приехали на второй этаж. Так, нужно найти комнату экипажа. Это, возможно, вот это. У нас, смотри, еще есть вон там комната слева. Так, ладно. Давай попробуем здесь. Эту комнату получить. Бляха, а музыка-то как будто это, знаешь, нападает кто-то. Отлично, это комната экипажа. Окей. Так, комната экипажа. Желтая трава. Окей. У этой тварины что-то есть. Зайди. Зайди, сейчас порежу. Ари, сейчас подмога прибежит. А, нет? Ну ладно. Будешь прощен. Да в смысле? Зеленые раны. Зеленку взяли, короче. Желтая это йод, зеленая это зеленка. О, огнетушитель. Отлично. Теперь все идет по маслу. Ну, это как это по стандартная фишка, короче, в резиденте, да, вот как, если цепочка вот началась, как прохождение, ну как. По сюжету цепочку вот это прохождение, то она будет, знаешь, вот постепенно так проходить, потом раз опять запор, или, ну, не запор, а стопор, знаешь. И это, опять ломаешь голову, куда, чё, как мне делать, вот. Потом опять цепочки начинают идти, работать все. Так, ладно, вот. Отлично, огонь погашен. Теперь можно войти в центр управления и запустить систему пожаротушения. Ништяк. А, ну я же говорю, вот, карта это получается вот это. Все, ништяк. У нас все робит, я говорю, все идет по цепочке, все идет хорошо. Окей. Чудилу вот эту надо убить. Нет ничего подходящего. Так, этого чудила мы убиваем, короче, с винтовки. Я только нажал на прицел, он сразу так побежал на меня. Ух ты! Неплохо. Ключ управления лифтами в восточной части корабля. Ого! Ого! Диск для ПК в суд на первом этаже. Ай-яй-яй! Да не хочу с тобой. Где? Так, ладно. Нужно было выловить тайминг и пробежать просто. Так. Система пожаротушения включается тут. Если верить компьютеру, ее аварийный запуск можно произвести с поста охраны.
Идем попробуем включить систему. Пост охраны опять на первом этаже, да, получается? Ой, на четвертом этаже. Окей. Ладно, сохраняемся, у меня видос подходит к концу, вот, друзья. И отправимся уже включать пожаротушение, и там дальше, да, что-то там, какие-то у нас для лифтов ключ взяли. Вот, короче, посмотрим, что там будет дальше, уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока!